Отопительный сезон городские власти Нижнего Новгорода могут завершить уже в среду, 29 апреля. Причиной тому стало повышение температуры воздуха. К среде синоптики прогнозируют до 15-20 градусов тепла. Кстати, в прошлом году из-за холодной погоды отопительный сезон также был завершен в конце апреля. С сегодняшнего дня у нас идет устойчивое повышение температуры, позволяющее нам, кстати, и принимать решение об завершении отопительного сезона 2014-2015 года, который, кстати, прошел без крупных проблем и аварий.